перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Так, может, нет? Да нет, это перемешка. Так, ебать, где вы нахуй все? Почему ноль человек? О! Машу сразу. Пока мало, ребят. Я с Оксимироном сфотографировался, в смысле три. Так, шесть. Шесть, неплохо, неплохо. Угу. Салют. Здорово, Михаил. Михаил, девять. Я у Рябина, салют. Пацаны, салют, круто. Помахай, помахай скорей. Вот, все, помахай, так. Хорошо. Блять, я микрофон не закрываю, дайте инфу сразу. Да не, а давай ты обопрешь его, что ли? Давай, давай. Давай, аккуратненько. Так, нахуй. Неплохо, не так. Да. Так, наверное, даже, да? Да. Ну, здрасте, друзья мои. Катерина Гольдштейн присоединилась. Салют, салют всем, ку. Вечер добрый, ЕКБ, респект. Салют, нахуй. Салют, ЕКБ. Клек, здорово. Сейчас махать, кстати, не получится, ребят. Да, вышло. Поэтому не обижайтесь. Антон очень любит махать всем. Но обожаю, нахуй. Не получается. Махать, здорово. Болтать. Так, привет. Привет, лайков. Можно побольше? Очень мало пока. Так, запрос на совместный эфир. Извини. Братан, нет. Привет, Заур. Опять с Браги. Да. А до этого с кем был, блядь? Только до этого был Браги с Сектором, а теперь Сектор с Браги. Да. Понимаете? Здорово, Толян. Всем привет. Браги, расскажи историю смешную. Блядь, сегодня не до смешных историй, чуваки. Бля, вот этот, типа, расскажи смешную историю, типа. Ну-ка, ты же рэпер, зачитай что-нибудь. Зачитай рэп. Пиздец. Махайп, махайп, махайп. Екатерина Гольдштейн, туда. Мы не были в Питере, Виктор Клекс. Мы в Воронеже сегодня на... На презентации альбома Эрнеста, заткнитесь. Йоу, привет, привет всем. Waiting for morning и... Я не понимаю, зачем вы делаете такие сложные пиндосские названия у своих инстаграмов? Мне кажется, что-то с Wi-Fi. Нет. Нормально с Wi-Fi. О, криминальный ЕКБ, привет. Так, не говорим про криминал у нас. С этим все строго, понимаете? Да. Браки, ты прикольный чувак, уважуха от души вообще, спасибо. Браки. Браки, блядь. Когда совместка со мной? Завтра, Заур. Сегодня я допишу текст уже, наконец, и скину тебе. Там чуть-чуть осталось, буквально. Да. Так, Даунил, охуенный никнейм, по-моему. Браги, кто отпиздил, в смысле? Там запятая стоит, значит. Браги, кто отпиздил, типа... Да, блядь, когда и кто, в смысле? Да, кстати, ебать, ребят, камбэк Жени Боя, как вам, нахуй, а? Как вам такое... Это же охуеть. Hello. Браги как отбатывал во втором раунде. А в остальном... А, ты имеешь в виду этап, типа, да? Охуенно он отбатывал. Спойлерить нельзя, ничего. Куда кинул ключи? А наверх, на эту кузину, да. Как объяснишь то, что ты деда на фото не отметил? Я случайно не отметил, если честно. А так, конечно, у нас биф. Откуда синяк? У меня нет синяка. Браги, сделайте совместную фотку с... не вижу нихуя. Такое ощущение, что пацанам на зону мобилку занесли. Это смешно, да. Там кто пришел? Маня. Бля, наверное, будет завершать тогда уже скоро, к сожалению. Так. Нихуя непонятно, ребят. Джонни Бой вернулся. Он сделал клипец. Он накопил за счет своей кофейни, короче. И камбэкнулся. Синяк у Браги, где синяк? Да, Миша, тоже спрашивали, кто отпиздил? Вы что, ебанулись? Кто меня может отпиздить-то нахуй? Кроме Димасты. И... Так, кого-нибудь еще. Я знаю. Сектор хулит. Странно, что это парень мне пишет. Сектор хулит, ты так на меня похож. Пап, выйди из трансляции. Браги, ты секси, так. Че там, блядь? Цель эфира, не до шуток. Кто-то умер? Блядь. Да, приходится. Чью? А это Антона Транса. Прикольно. Да.
Провал 12. Бля, это просто охуенный батл. Спойлерить ничего нельзя, короче, но батл охуенный. Браги, походу, да почему вы что, издеваетесь, что ли? Посмотрите, вот, Антон, смотри. Я что, свежее выгляжу? А, я не понимаю, в чем прикол? Мне кажется, у меня ебло, короче, сильнее. Ну, гравитация на мое ебло влияет сильнее, чем на твое. Немного есть, да. Похоронный марш. Я вообще не... Сзади Ариэль ворвалась. Да, Найджик на, блядь, как, на хвосте. На плавниках. На плавниках. А ты нам захватила? Сишки-то. Да. Ой, что, мы, наверное, сейчас пойдем поговорим, трансу не прерывая, да? Вот вам сишки. Тут все говорят, что ты классная. Ой, она, это самая лучшая женщина в мире, ребят. Я тут с грибами. Всем здравствуйте. Да, всем привет. Там наверняка должны быть полтора моих фаната. Да все тут твои фанаты. Да. В том числе мы. Ну я-то твой фанат, это безоговорочно. Как батл Дипа. Дип разъебал очень сильно. Ну, возможно, типа... Есть мнение, что, короче, можно было, короче, это сделать. Сектор, Окси видел клип с шумом. Окси мне сказал, что все окей. Типа, но я был сероват на фоне шума. Парагрин на траве где-то спит. Блять, да. Парагрин бухой спит на траве, короче. На фонтанке где-то. Человеку 32 года или 37, я не помню уже. Но, блядь, лежит на траве, короче, пьяный. 6 вечера, блядь. Или 7 уже. Или 7. Вечера просто да. Бля, Марк и Бошет сегодня. Парагрин красавчик, да. Очень крутой бэтл. Я считаю, и Антон считает, и все вообще так считают. Каков хайд в жизни? Блять, метра. Красавчик. Метра, короче, 3 ростом, блять, огнем дышит иногда. И типа, ну очень жесткий. Да. Очень крутой. Это факт. Кто трезвый уже? Криша-то? А ты откуда знаешь? Джон МакКоннон. Джон МакКоннон зашел? Да. А ты откуда МакКоннон знаешь? Делал. Ты что, с ним? Ты с ним, что ли? Джон, я видел фотографию, где он, блядь, на траве валяется. О чем можно говорить? Да. Сектор, видел клип 100%? Нет, не видел. Я не пересматриваю то, что делаю сейчас. Криша может себе позволить, кореец негру вставил. Ребят, кореец негру вставил. А вы в фильме про батл рэп снимаетесь? Вот мы конкретно сейчас это и делаем. Да, на самом деле нет. Нас тогда, наверное, не было просто там, где его снимали. Почему хайп такой серьезный на всех фото? Ну, он в жизни серьезный, он как бы, типа, зачем ему что-то строить? Да. Он просто... Спасибо. Как там, типа, снес все старое и теперь из себя ничего не строит. Пацаны, там все батлы хорошие были, вот и все. Им стоит хороший батл, да. Блядь, ну я фанат Владика, поэтому мне сложно говорить объективно, короче. Но мне в любом случае нельзя вам ничего говорить, так что... Блять, так больно от того, что не могу вам махать всем, не представляете. Да, очень хочется. Я прямо смотрю на эти кнопки помахать и такой, да блять. Антон, ты зазнался. Почему я? Да неудобно, он сейчас ткнет. Я ткну, все упадет, сломается. Ну что тоже ты серьезно-то? Не шуми. Все. Нас, блять, Алфа куда-то увез вчера в Рыгаловку якучую. Бля, неплохо. На Думскую он увез. 100%. Что-то про Ишу не понял, короче. Какое отношение к противоположной команде? Ну. Да, блин, я вообще типа не за команды, я как это как бы это попсово и по-пемовски не звучало из его цитаты из твиттера, я за батл рэп. Типа, это факт. То есть да, там, конечно, командный дух какой-то есть, но, блин, сложно отрицать, если чувак делает круто, сложно не. И ржать на его моментах. Сука, вот этот вопрос, короче, Браги, почему текст плохо выучил? Вы, короче, вы серьезно, типа, блядь? Это типа, знаешь, почему ты, блядь, еду из микроволновки, типа, поставил еду в микроволновку, разогрел и оставил ее там? Да. Почему ты это сделал? Вот. Какая причина, блядь? Есть какое-то четкое на, да. У тебя на это? Нет, вот так вот ты у меня. Это, да, короче, я даже отвечать уже не буду, блядь. Плохо выучил. Я охуенно его выучил. Я просто запнулся. Есть такая вот... Если бы вы когда-нибудь хоть что-то попытались рассказать, блядь, 10 минут текста, вы бы поняли, о чем я говорю. Алфавит жив-здоров на свободе. Алфавит очень... Очень крутой. Душевный чувак. Очень это крутой, просто да. Пиздец, про него да. Вы скоро услышите. Это факт. На этот раз нормально выучился. Сектор, боишься смерти от Огила. Нет, не боюсь. Все мы когда-нибудь умрем от Огила. Да, все круто прошло, нормально потусили, просто... Гриша лучше всех. Узнали. Да, Гриша, по-моему, все еще, типа... Все перезнакомились, знаете, это...
крутой такой экспириенс. Как думаете, когда вернется Прайм? А он уходил? Дядя Браги, ты с кем батлил? С Мовцом? Зачитай забытый текст. Там у тебя дохуя забытого? У меня весь забытый текст, ребята, в начале второго раунда. Весь забытый текст первого. Я соединил забытый текст первого со всем вторым раундом. Окей? Окей. Как там хайп? Блять, цветет, да. И пахнет, ребят. Вообще очень, очень крутой чувак. Причем он не пьет, короче, вообще, ему вообще похуй на это, что все пьяные до него доебываются, цитируют его строчки, и он такой, ну круто, круто. Антон, помахай хотя бы рукой. Да, блять, а вдруг у меня что-нибудь от нее отвалится? Кто судил? Вам нельзя, наверное, тоже рассказывать. Я не знаю, там столько всего нельзя, пацаны, что я не хочу вообще про версию ничего говорить. Видели последний батл на РБЛ? Конечно, видели. Как вам новый трек Джонни Боя? Я не слышал. Я посмотрел сегодня клип. Снято, кстати, круто, реально. Вот снято нехуйно так. А трек, ну, не знаю, такое. Как пьем, как всегда. Арина, здорово. Все норм, браги, со всеми бывает. Спасибо большое. Спасибо. Что-то я уже курить хочу. Да, можем пройти. Да, давай. Ну это уже, наверное, скоро все это будет завершаться, ребят. Блять, да почему тут все пакеты на меня нападают? Жук когда-нибудь докурит свою сишку. Но, как вам сказать? Просто Жук подходит ко всем и говорит, хочу тебя, я еще хочу сишку. И докурить у него, ну, тяжело, короче, дается. Так. Что там, чтобы тебя тоже видно было? Блять, вот насчет уральских ёбов. Что касается. Что там пишешь? Вы в Питере еще, что ли, что-то светло так? Ну мы, короче, в том месте, где другой часовой пояс немного, да. Так, главное, не включайте синдром Вани Млечного на батлах, а то мало ли. Господи, блять. Короче, шутить про Млечного — это табу. Моветон. Да. Браги, какая прическа на яйцах у Смоки? Вы что, блядь, в бане были? Что? Я не понял тоже вопрос, но я уверен, что прекрасная. Смоки Мо на стиле. Вы же слышали автотюн в его треках? Значит, человек стильный, значит, и прическа на яйцах стильная. Здорово. Сектор, будешь на ФБ5 ментором? Блядь, да? Почему нет? Как Рудо, норм, чувак? Как чувак? Абсолютно норм, но мы типа так попиздели. Нам немного, да, общались со всем. Исходя из того, что я понял, вполне себе норм чувак. Мне, кстати, про него говорили то, что он немножко, ну, типа, не, то, что мне про него говорили, не совсем сходится. Типа, с души тоже приятного дня, чувак. Вот такая хуйня. Бля, давай, мужик, ты лучший, с Параглином, я из ЕКБ, вы из ЕКБ, мы все из ЕКБ, мы рулим. Ребята, главное — это уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне. Сегодня мы в этом гетто. Парни, сегодня мы в этом гетто, а завтра перед нами открыт весь мир. Умеете граймить? Да, короче, периодически граймим. Чё курите? Винстон. Оксимирон что-нибудь говорил про ваш шум? Ну да, всё, да ему вкатило, типа, все окей, мы попиздели с ним. В плеере мы гоняем монеточку в последнее время. Покажи вид из окна. Ну давай посмотрим, что там. Вон там всякие машины, значит, вот стоят чуть-чуть снизу. Там еще некоторые ездят. Там дом вот есть. Тут небо. Там еще, ну, всякое тут есть. Ну, считай, не соскучишься. Инфраструктура, вся хуйня. Димас-то подрался с кем-нибудь? Нет, кстати, нет, Димас ни с кем не подрался. Димас-то был крутой. Димас-то крутой. Монеточка хорошо, да. Никто, блядь. А ты что-то про Викторию говорил? Да-да-да, за это. Превьюшки, типа. Как Мирон относится к шуму? Ну, я так понял, ему не очень нравится, но... Или я что-то путаю, короче. Либо он его не очень знает, либо ему не очень нравится как-то. Он ничего положительного не говорил. Но за машиной не срут, за тачкой. Да надеюсь, срут. Мы же в свободной стране. Сектор, есть права от тачки? Нет, кстати, прав у меня нет. Как-то так справляюсь. Парагрин всегда делает хорошо. Парагрин сделал круто. Тут не поспоришь, типа.
Ну что, короче, ребят, мы, наверное, завершаться будем. Что-то я уже заебался держать горячий телефон. У нас сегодня день коротких трансляций. День коротеньких трансляций. Когда я приеду, походу, придется все очень сильно наверстывать. Куда приедешь? Не знаю, короче, куда, надеюсь. Ну, видимо, из армии. Верно. Да. Смоки у Мирона за непроход. Спросил у Мирона за непроход. Нет, я не спрашивал у Мирона, он сам типа меня отвел попиздеть, такой, давай поговорим, там то все босы. Мы как бы поговорили. Ребята, да, все обкашляли, никаких претензий ни у кого никому нет. Ну, у Антона. Да. У меня не было типа претензий, как бы никаких, все такое. Ну все, короче, давайте, всех обнял, всем покедово, бля. А как завершить? Я нажал уже. Все, завершил. О, Ваня, привет! Как я по тебе соскучилась! А, нет. Привет! Ты мой новый фреш-бладовец! Пока!